пленарне засідання шостої сесії Київської міської ради цього скликання оголошую відкритим. Немає. Ставлю на голосування. Так всегда. Немає. Пункт 2.2. Щодо надання дозволу на розробку проекту. На розробку документації землеустрою. Шановні, будь ласка, уважно, щоб потім не казали, що ти сказав. Надання дозволу на розробку документації землеустрою. Пункт 2.2. Виток ліпу Миколі Миколаєвича, який проживає по вулиці Деванєвського, 2, військова частина, номер 4.2, місто Миколаєва, Житомирська область, так далі. Називаємо ділянку. Для будівництва того житлового будинку дати групу по вулиці Чапаєва 118. Хто за? Прошу голосувати. Стидно. Верто Пігу. Стидно. Хто проти? Я в курсе дела. Я в курсе. Вы проголосуйте за то, чтобы мне дать вот возможность выступить. А что вы один решаете? А вам дали слово? Да, я вот имею право сказать. А что вы такое? А вы будете дать слово? Ставлю на голосование. Пункт 2.3. Проекту рішення. Проект рішення Київської міської ради про надання дозволу на розробку документації з землеустрою Дурку Михайлу Миколайовичу для будівлі самої єдиності. Будь ласка, хто за? Комиссии, в том числе действия распределения сектора.
потому что только через две действия некомпетентные, она дала некомпетентные ведомости на саму комиссию, комиссия, соответственно, два раза принимает и вносит на сессию несоответствующую информацию для принятия решения. Причем два раза супрежнего решения принимается. И поэтому сессия принимает два раза супрежнего решения. А он, по-моему, все правильно скажет, что мы некомпетентны, но здесь абсолютно четко, несмотря сегодня ситуацию, видно, что это кому-то надо. Потому что на глазах у посадовых осей в Ахтырской лесской раде выносится то решение, которое не может быть вынесено, и даже сам глава ТИИ комиссии, и он как утрируется. То данная ситуация все очень просто. Если человек обратился в апреле месяце, значит его номер 337, он является первым номером. Если мы не понимаем, по какому календарю мы живем там, может по календарю мая, там ацтеков, мы тогда должны понять, что 1047, я не помню, да, но 1000, это меньше, чем цифра 330. Вот это надо тоже понимать. Если в апреле месяце Дубко обратился в Минскрад и выразил свое отношение и просьбу по данному участку земли, то тех, кто обратился уже после него, вопросов нет. Госпожа Лысенко на заседании комиссии, она объяснила, что ответ, который был дан Минскрадой в апреле месяце, это ведмова. Но тогда там еще не написано «Пистава для твоей ведмовы». Почему тогда в октябре месяце не ответили в соответствии с 8 статьей о том, что повторный розыск не предбачен? Этого опять нет. Но оно бы опять было бы все хорошо, если слово «компетентность» бы, «некомпетентность» не относилось бы через 42-ю статью закона про запобегание коррупции и не трактовалось бы это коррупционными действиями. И когда Лысенко обиделась, мы с ней беседовали тем, что вот меня коррупционером называют, ну, потому что вы учиняете певные идеи, які підпадають під дії закону про запобігання корупції. І тоді б ми всі на сьогоднішній день, як це, ну, я прошу прощення, ви всі, я немножко не поднесло, смисл в тому, що ви, опять же, получаєте документи для голосування, ви участвуєте в тому нехорошому сценарії, який, ну, хуї кто-то там, да, пытається протягнути. І ви всі це смотрите, для вас це все одно, але ви ж депутати нової формації, ви ж давали якісь обіцянки. Вы же должны как-то посмотреть о том, что ваши действия должны относиться к законам Украины, а не на свой рост, а не на свое поважение. Вот у меня такая проблема к вам. Вы уже проголосовали. Тем не менее, на сегодняшний момент стал вопрос, а далее что? Ну далее что? Ну вы проголосовали. И что вы решили? Вы в чем-то разобрались? Нет. Вы кому-то задали вопрос? Нет. Вы спросили головы комиссии или с Лысенко? Нет. В чем проблема? Вот эти риторические вопросы я расставляю. Я прошу, конечно, можно считать экзверни, да, чтобы нам был дан ответ, да, нам был дан ответ по факту того, а что да, и какие наследки потом будут. Все, спрашиваю большое за внимание, спасибо, что... Тому я не беру на себе сміливість дати перевагу. Ні одному, ні другому. Що то не сможе бути на що. Так процедуру сповнення. І ще одне. Моя особиста ремарка, не спішніться побрати. Земельна комісія. Ви земельна комісія, земельні питання. Визначайтесь, не можете на сесію. Депутат вам довіряють як фаховий спеціаліст. Як люди, які розбирають всі питання, і готові вас підтримати. Вибачте, до другого разу виносити на сесію ні до ні сюди. Теоретично, не можна виносити на одну сесію два питання за тією самою аспектом, що ви успішно зробили. Красавець.